Следующий интересный вопрос – это уже про понятие независимости. Самое первое, что стоит в этом месте обсудить, это следующее. Вот пусть у нас есть всего три события. Мы понимаем, что значит, что они попарно независимы. Это значит, каждые два из них имеют вероятность одновременного выполнения, равную произведению вероятностей. Вот. И мы понимаем, что такое они независимы в совокупности. Это значит, помимо того, что они попарно независимы, они еще должны быть втроем независимы, то есть вероятность их одновременного выполнения должна равняться произведению всех трех вероятностей. Вот вопрос, а вдруг из попарной независимости следует и потройная тоже? Может быть, мы зря мучаемся? Можно ли привести пример трех таких событий, чтобы они были попарно независимы, но вот это вот условие, вероятность А1, А2, А3 равняется вероятность А1 умножить на вероятность А2 умножить на вероятность А3 не выполняется. Может ли такое случиться, что событие попарно независимое, а вот это условие все-таки не выполняется? Ну, если может, надо привести соответствующий пример. Ну, я даже так скажу, ну, наверное, очевидно, что может, потому что иначе зачем бы я огород тратил? То есть надо придумать какой-то пример, на самом деле, который показывает, что такое бывает. Попарно независимо, а втроем вот уже здесь равенства нету. По одной трети? Как? По одной трети? Что значит по одной трети? Нет, надо придумать какое-то пространство элементарных исходов, то есть какой-нибудь эксперимент и результаты в рамках этого эксперимента, чтобы три конкретных события на этом пространстве, чтобы они были попарно независимы, неважно, там, вы можете какую угодно им вероятность присваивать, не обязательно на треть. Вот. Но какие-то события, скажем, бросили, там, не знаю, одну, две игральных кости, три игральных кости, две монетки бросили. Можно монетки бросать вообще, у монеток всего два исхода, там проще. А бывает, чтобы было только три исхода? Ну, конечно, да. То есть вы можете представьте себе, что у вас есть датчик случайных чисел, вот вам три исхода. Просто вы формально считаете, что возникновение числа 1 имеет вероятность 1/3, возникновение числа 2 имеет вероятность 1/3, и возникновение числа 3 имеет вероятность 1/3. То есть в этом смысле вы вольны абсолютно. Вы вольны описать какое угодно омега, состоящее из каких угодно омега-1 и так далее, омега-n. Вы можете даже не описывать при желании их природу, просто не говорить, что это такое, а тупо постулировать, что вероятность каждого из них – это единица поделить на n. Ну, то есть смысл такой, в мешке лежат три предмета, они тщательно перемешаны, вы запускаете руку, вытаскиваете один. Вот вам вероятность 1/3. То есть в этом смысле у вас абсолютная свобода воли и выбора. Ну, пусть трое в разных комнатах бросают три игральные кости. Какая вероятность того, что у них... Но вам надо три события еще придумать. Хорошо, три игральных... Это перебор, на самом деле, там двух хватит.